алейкум, доброе утро. Алейкум салам. Чуть надо витаминчиков, да, набрать, Гасан? Да. Гусейн что, звонил? Когда он появится? Не знаю. Что думаешь? Сейчас. Работаем тоже здесь даже. Даже когда по дороге на завтрак, да? Да. Что-то задышал ты, Гасан. Погода как, Гаси? Отлично. Бомба, да? Ты слышал такой скоростной поезд? Сапсан. Нет. Не слышал? Тебе потом покажу, расскажу про него. Сегодня надо будет на поле быть сапсаном. Понял? У тебя до сих пор отдышка, Гасан, ты, по-моему, не готов. Гасан, ты не готов, по-моему. Гасан, куда собрался? Покупать форму Спартака. Едем в магазин, да? Кстати, мы этот выпуск у нас выйдет позже, вечером. Поэтому, знаешь, я конкурс запустил. Видел? Да. Кто угадает, куда мы едем, тот получает форму Спартака. Да. А шаржи никто же не узнает, так как вечером мы это видео зальем. Да. Даже пока пусть гадает. Короче, там, знаешь, какие варианты были? Что мы едем на стадион Спартака, потом на стадион ЦСКА. Потом кто-то написал, Резван, мой брат, написал, в Бургер Кинг едем бахавать. Потом Амар написал у нас, что мы едем на Черкизово. О, как настрой вообще? Отличный. Готовьте на тренировочку? Да. Как думаешь, какой направленности будет тренировка? Какие задачи будете решать? Задачи все. Все не бывают, да, на тренировке же одна бывает задача, нет? Да. Какие вообще задачи ты знаешь, направленности тренировок? На что бывает направлена определенная тренировка? На попадение в другую команду. Нет, Гасан, смотри, вот мы начинаем тренировку, да? Да. Идет тренировка. Вот первое упражнение, второе, третье, четвертое. Направленность тренировки бывает. Я же после тренировки у вас спрашиваю, ребят, на что была направлена тренировка? На выносливость, на удар бывает. Удары, тренировка, да? Основная тема тренировки, основная задача – удары, да? Да. Короткие передачи. Что бывает? Дриблинг бывает, да? Да. Как думаешь, сегодня? Быстрые контратаки. Быстрые атаки. Сегодня в Спартаке, как думаешь, какая будет задача? Какая направленность? Принять новеньких. Тема тренировки принять новеньких. Принять новеньких. Гасан, ты что-то, по-моему, вообще не готов. Что-то ты зависаешь в Москве, Гасан. Удары. Удары? Да. Ага, удары. Отлично. Что-то твой этот подельник твой потерялся. Где он вообще? Какой? Ну, твой подельник. Не знаю. Как не знаешь? У бабушки до сих пор. До сих пор у бабушки, да? Он сейчас едет к нам на встречу, кстати. Да? Да, сейчас он появится. Погода холодно, нет сегодня? Да. Так, скоро мы через час где-то доедем до Гусейна. Наконец-то поймаем его, а то постоянно Гасан. Гасан уже устал, наверное, от этих камер, да? Да. Гасан нарвался на снег, короче, конкретно. Мы уже на открытии арены. Какая красота. Я без себя этот на контенте был. Мы бургеры там, бургеры кушали. Жаль, тебя не было. Сейчас жаль, очень жаль. Там контент у меня жесткий был. Теперь моя очередь. Мой контент переходит к тебе. Я устал от этой камеры. Как отдохнул? Отлично. Что делал, чем занимался? Играл, кушал. А что играл? С братьями, немного с мячом играл, прятки. С мячом тоже успел поиграть? Да. Так, сейчас куда пришел? В магазин «Спартак». Красава. Ты знаешь, мы с Гасаном запустили розыгрыш, Гусейн. Короче,
кто из подписчиков в Телеграме, в Инстаграме угадает, куда мы собирались ехать, то есть официальный магазин Спартака, получит фирменную футболку. Вот. Так-то я сейчас это не буду выкладывать. Вечером, когда мы дневник второго дня будем монтировать, там мы официально эту футболку и подарим победителю, да? Да. Гасан на своей волне. Они снова встретились все-таки. Нарвались на снег тигры. Сейчас будет фирменный. Фирменный, ага. Фирменный подкат? Гусейн, давай ты тоже что-нибудь замути. Сугроб головой. Гусейн, ты не катишься что-то. На! Получил, Гасан! Гусейн, как настроение? Отлично. С Гасаном общались сейчас по дороге сюда. Пытались угадать, на что будет направлена сегодня ваша тренировка. Как ты думаешь, какие задачи будете решать на тренировке? На удар будет направлено. Короче, ударная тренировка, да? Да. А ты хотел бы какую? Чтобы побольше обыгрышей было. Побольше обыгрышей. Короче, ты хочешь финтиль, да? Да. Короче, Гасан вчера один еле-еле справился с контентом. Ты знаешь, что сегодня вся нагрузка на тебя будет? Да. Ты это смотри. Короче, мы сегодня с Гасаном решили запустить розыгрыш, короче. Прежде чем выехать сюда, мы запустили видео, кто угадает, куда мы едем, то тому, тот получает фирменную футболку Спартака. Вот я тебе скажу, вот в Телеграме я даже тебе дам почитать. Там знаешь, какие версии были? Больше всего люди что писали? Как ты думаешь? К бабушке Гусейна на пирожки говорили? Я тебе покажу сейчас, там только об этом и говорят. Гусейн говорит, бабушке на пирожки. Гаси. Она мне говорит, что вот это, там не на каждого. Я с ним пойду, говорит. Ты своими делами занимаешься. Что? Пирожки не достались? Своими делами? Нет. Гасан, я тебе говорю, Гусик, на завтрак и там вместо за тебя тоже покушал. За меня покушал. За всех покушал. За всех даже покушал. Спартаковцы, да? Да. Ребят, вы слышали про команду Mount Boys? Нет. Не слышали? За которую Сава играл? А, да. Слышали? Мы же против них играли же. Играли против них? Да, мы играли. Против Шеем, да. Очень сложно попал все-таки к полю. Наблюдаю тренировку, идет разминочный блок, эстафетики. Все классно, шикарные условия, шикарная инфраструктура. Но никому нельзя. Тренировки проходят в закрытом режиме. Согласовали. Абсолютно случайно встретил технического директора академии. Согласовал доступ к тренировкам. Будем наблюдать. Гасан с Гусейном попёрли. Прием правой, отдаем левой. Гасан, давай, доставай свою левую ногу и залазь, умничка, корпус, поставь. Молодец. Здесь
отработали пахари. Гасан, как тренер? Нормально. Понравилось? Да. Устал? Да. Куси? Да. Как тренировка? Хорошо. Нормально все? Да. Завтра еще увереннее, еще инициативнее, да, Гас? Да. Тигр, тигры, машалла. Гигант мой. Манбойзу Магомедовичу, что? Что? Манбойзу Магомедовичу, что там? Нормально тренирую вратарей. Ты бы видел, какой здесь тренер. Это Аниле Магомедовичу, да? Да. Ринат Досаев. Как он с вратарями вообще, скажи? Тот тренер с 5 метров вот так стоит и лупит им в руки. Если вратарь не поймал намертво, тогда ему хана. Тигры. Пойдем кушать ланчбокс. Сегодня вы заслужили, ребят, сэндвич. Сэндвич? Да, нормальная тема. Да. С серым хлебом. Не, Гусейн? А? Короче, в общем, мы потренировались, вернулись, все отлично, ребята заряжены. Ну, мне, честно говоря, понравилось. Удалось мне пройти, удалось посетить тренировку, согласовав это все с руководством школы. Так, дальше у нас сейчас у Гусейна индивидуальная работа психологом. Сейчас, кстати, я зайду, чуть подслушаю, о чем они говорят. Сегодня они как раз должны обо мне говорить, насколько я строгий, насколько сильно я ругаю его или не ругаю. Вот. А Гасанчик меня настигает с утра. Расул Усманович, пошли в парк играть в снежочки. Поэтому и розыгрыш. Дальше у нас будет тоже розыгрыш. Сегодня интересная программа. Так что не переключайтесь. Следующая ситуация и так далее, да? Так, мы находим отпускаемчику. Вот, поэтому все, да, у меня может быть есть психологом. Да, я не должен совершать ошибки. Но при этом я, с другой стороны, понимаю, что ошибки совершают все. Это некая обучающая ситуация, обучающий момент. Да? То есть это значит, что в следующий раз я сделаю лучше, да? Если я совершу ошибку в этом же моменте. Вот, поэтому ты не думаешь об этом, да? Ты просто, ну, по крайней мере, ты дома все зафиксируешь, что ага, у меня есть такое ожидание. Я его заметил внутри себя. Я не должен делать ошибок. Вот, а дальше ты берешь и исполняешь относительно своей тактической роли, да, ну, у тебя есть позиция на поле, да, левый защитник. Да, и в рамках этой позиции есть те или иные задачи, да, которые ты исполняешь. Вот, и ты, об этом ты и думаешь во время игры. Да? Да. Ну, допустим, тренер тебе некоторые инструкции, да, он там тактическая роль, да, там врываться в зону, если мяч у того, да, вот этого, да, то есть. Ну, это на самом деле цели процесса, про который ты думаешь. Ты не думаешь на тему того, что тебе надо это делать обязательно с определенным качеством, силой и так далее. А ты сам это понимаешь, у тебя есть это на уровне подсознания, да, что тебе надо делать хорошо. Вот. Да, пожалуйста. Феликс, здравствуйте. Вот, да, слушаю вас. Как ваши дела? Здравствуйте. Да, отлично. Ментальная подготовка в самом разгаре. Шикарно. Как-то мой воспитанник себя показывает. То, что я вижу, замечает. То есть концентрация внимания, сосредоточенность, никаких отвлекающих факторов во время игры. И самое главное, что те ожидания, которые могут быть, они тоже пока не давляют. Отлично. А я напомню, как будет в игре, но я думаю, что все будет хорошо. Отлично. Я напомню зрителям, что это Феликс Шифрин, этот психолог. Очень сильный психолог. Мои детишки индивидуальную работу с ним проводят. Кстати, кто хочет приобрести курс, обращайтесь ко мне, я вас свяжу. Ребята уже на протяжении, можно сказать, почти месяца работают. И вижу, что ребятки психологически стали устойчивы, стали более инициативными. Поэтому, Феликс, спасибо. Я вас оставлю наедине. Отлично. Я вас оставлю наедине. Угу. Да, ментальная подготовка. Хочет именно, что касается реализации своего потенциала, вот эти два базовых ментальных навыка, ребята, всем советую. Улучшайте свой футбол. Гусейн, салам алейкум. Алексалам. Чё, тебе как тренировка понравилась? Да. Чё, как тренировка, хорошая была или плохая? Как оцениваешь от 1 до 10? 10. У нас там были пасы, эстафеты. В первой эстафете выиграла наша команда. А во второй наша.
потом мы играли в футбол. А в третья эстафета, что мы же выиграли, и четвертую мы тоже выиграли. Потом у нас тренировка прошла так. Вначале мы разбились на пары по двое человек и начали играть по пасам. Потом у нас начались эстафеты. Первой выиграла команда Гусейна. Во второй, третьей и четвертой команда Гасана. Потом у нас были передачи в квадрате. Потом мы играли в два. Один отдает пас другому, и тот либо обыгрывает, либо отдает пас. И защитник был. И сзади догонял еще один защитник, который мог отобрать тот же мяч. И надо было забить в маленькие ворота. Задача атакующей команды – надо было забить большие ворота. А защитникам надо было отобрать мяч и забить маленькие ворота. После этого мы убрали фишки и ворота. Потом мы начали играть в футбол. Сначала забила команда Гасана, потом наша ответила. А потом мы забили еще один и еще один забили. И наша команда выиграла со счетом 3-1. А я ставлю этой тренировке 9. Но наши тренировки тоже не хуже. Иногда у нас бывает даже и получше. Да. После тренировки мы пошли и сели в машину и приехали в гостиницу. Потом мы переоделись и пошли на ужин. Потом мы пошли в номер. Немножко посидели и пришли снимать новый ролик. Еще у меня сегодня была индивидуальная тренировка с психологом. Тема была оценка ситуации. Оценка ситуации – это когда мы что-то сделали, и не надо оценивать это, то, что мы сделали. Например, мы отдали неточную передачу. Надо просто забыть и продолжить играть. Или мы забили гол. Нельзя расслабляться и продолжать играть. Не зацикливаться на одном, и надо не быть в будущем и в прошлом. Надо быть всегда в настоящем времени, чтобы, допустим, может быть ситуация аут возле чужих ворот. На меня накрывает соперник. И вдруг я смотрю, он задумался о прошлом, что-то у него, допустим, случилось. Я быстро переключаюсь, и мне, допустим, Гусейн кидает, и я смогу сделать контратаку или там отдать пас точный, может быть, там, надеюсь, партнер забьет. Да. И еще, если не точно ударил по воротам, просто забыть про это и делать попытки и продолжать играть. Но опять же, не быть в будущем или в прошлом, надо быть в настоящем времени. И не отвлекаться ни на что во время матча. Гусейн, пока тебя не было, мы разыгрывали розыгрыш на футбольную фирменную футболку «Спартака». И вопрос был таков, куда мы поедем в обед? Да, Гасан, я уже в курсе, что вы разыгрывали эту футболку. И даже знаю имя победителя вот этой вот футболки. А давай ее протестим. Вот такую футболку мы классную разыгрываем победителю, которую уже знает Гусейн. Да. Гусейн, кто же у нас стал победителем этого розыгрыша? Юсуф Мусаевич! Так. Стоп, тигры, стоп. У нас Юсуф Мусаевич из системы Mount Boys. Поэтому я сегодня ему позвонил. Он, правда, не знал ответа на этот вопрос. И мы с ним решили, что розыгрыш продолжается. Кто первый напишет в комментариях ответ на вопрос о Гусейне, тот получит и эту футболку. Давай, Гусейн, вопрос свой. Уважаемые зрители, напишите в комментариях, на какой позиции играл я, Гусейнов Гусейн, и на какой позиции играл Гасанов Гасан. То есть нужно точно одним сообщением. Каждый пользователь имеет право только на один комментарий указать. Гусейнов Гусейн – позиция, Гасанов Гасан – позиция. Речь идет о заключительном упражнении сегодняшней тренировки – игра в футбол. Пожалуйста, пишите комментарии завтра в третьем выпуске.
мы объявим имя победителя данной футболки. Ну, ага. Мы только не забываем, то что надо поставить 200 лайков. 200 лайков вчерашнее видео не набрало. Может, не будем сегодняшний выпуск закидывать, пока не наберет то видео? Нет, все-таки мы обещали футболочку разыграть. Мы сегодня разыграем. И с завтрашнего видео уже начнем требовать. Да, Гасан? Да. Так что мы сегодня очень хорошо поработали. Сейчас, наверное, мы устали. Очень сильно будем спать, наверное, да? Да. Да. Да? Или что у нас? Вы же что-то мне мозги делали. Чё? А, мы хотим поиграть в снежки. На улице такая погода, просто... Просто сказка, но очень холодно. Тигры заслужили игру в снежки, пойдем играть в снежки, да? Мы, конечно же, это снимем. Короче, не, снимать не будем, Гасан, снимать не будем. Я уже не вывожу это все, но интересно. Устал, поэтому вы будете убегать. Моя задача вас намылить. Нет? О, да, да, да. Или наоборот? Да. Нет, давайте вы. Вы будете убегать? Да. Да куда убегать, у вас уже сил не осталось бежать. В концовке что надо сказать зрителям тоже? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. И ставьте, конечно же, главное, колокольчик. Гусик, ты чего скажешь? Ты сегодня к нам присоединился тоже. Давай запусти пламенную речь. Сегодня заключительную. Надо поставить 50 лайков и минимум 10 подписок на канал. 50 лайков? Да. Вчера Гасан 200 просил. Ты 50 говоришь. Все, всем салам алейкум, до завтра.